Мировые тренды и национальный колорит. Дизайнеры и модельеры Таджикистана знают, что лучше носить в 2023 году. Советы выслушала Зарина Абдуназарова. Основной образ практически не изменился. Широкий верх и зауженный низ. Или наоборот, в тренде мешковатый стиль. Остались в моде широкие большие рукава и брюки, юбки в пол и мини. Для любителей, которые хотят выделиться из толпы, у нас есть вот такой яркий пиджак, который сверху можно носить белые рубашки, черные брючки, белые кроссовки. Уже ваш стиль вроде бы национальным колоритом, но он будет смотреться очень современно и свежо. Чисто классика уже давно из моды вышла. Спорт-класс, так как после ковида, все вот этих болезней, люди уже пришли к такой свободной одежде. Если вы одеваете классическую одежду, нужно обязательно подчеркнуть это спорт, потому что сейчас спорт классика очень модно. Цветовая палитра разнообразная, пастельные тона и все оттенки коричневого. Но в этом году будут очень нежные светлые расцветочки, то есть не будет сильно упорно, ну, как бы на контраст. Если в прошлом году был очень сильно распространен фуксия и зеленый цвет, то в этом году уже от этого тона будут отходить. То есть это уже приелось и потихонечку будет на, допустим, цвет тифани, то есть это нежно-мятный такой цвет. Вместо, допустим, вот этого фуксия будет все равно коралловые расцветки, либо нежно-розовые тона. В тренде и карминовый цвет. Его любят таджикские модницы. Символизирует жизнь, позитив и свободу творчества. А если добавить чакан, национальную вышивку, образ станет более роскошным. И она из древней делалась в красном цвете, потому что красный цвет – это знак огня для того, чтобы выгонять злых духов. Поэтому если мировые модники или модницы выбирают красный цвет и все его оттенки, то есть она у нас уже есть. Поэтому мы всегда используем красный цвет. И на красном цвете мы добавляем все цвета, которые существуют в нашей культуре. Ведущие мировые бренды говорят, нет натуральному меху и кожи. Отказываются от них в пользу искусственных материалов и таджикские дизайнеры. Лучше всего отказаться в этом году от натуральной кожи, натурального меха, все, что является очень вредным для, все, что эксплуатирует животных и является очень вредным для окружающей среды. Забота об экологии давно стала не только модной тенденцией, но и чем-то, что люди, в принципе, о чем беспокоятся и заботятся. В моде вновь корсеты, пайетки и серый металл. Но главное не переусердствовать с украшениями и цветом. И помнить, помимо стиля, также на высоте должны быть поведение и манеры. Зарина Абдуназарова, Лутфулло Самадов, Мир 24.